Добрый день, дорогие друзья и дорогие пенсионеры. Меня зовут Садыкова Бахтагуль. Я проживала и прослужила в гарнизоне села Житыген. Выслугу лет у меня 14,9 месяцев. В 2019 году, в конце ноября, мне предложили однокомнатную квартиру по обмену жилья военнослужащих в городе Нур-Султане. Я, не задумываясь, согласилась на это предложение. Я живу в центре города Нур-Султан на правом берегу. Я получила однокомнатную квартиру. И я сейчас счастлива и благодарна, что у меня есть свое собственное жилье. Я недавно сдала документы на приватизацию свою квартиру. Я благодарна и счастлива, действительно. Я благодарна Министерству обороны Республики Казахстан. Есть такой закон, где обеспечивают жильем всех военнослужащих. Благодарю за внимание.